Эйнштайн, впускной коллектор алюминиевый. Все заварили. Вот какой он. Но единственное, что мне здесь не нравится, это то, что нет у него зажима. Слишком он далеко. А может, нормально, хрен его знает. Вот это мне не нравится. Тут ладно, а тут здесь этого нету, видите. Когда фишку одевать, он может его просто, сейчас я даже продемонстрирую, он его прокрутит, может потечь оттуда. Ну ничего, посмотрим, если что, как-то зажму его. Вот такой. Заказали по спецзаказ, все сделали. Посмотрим, что получится. Я вам показал, как снять кулер охладителя воздуха. Все, всем пока. У кого-то вопросы, там, через комментарии, ставьте лайки. Давай, удачи всем. Пригодится.